Здорово, шофера, и мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. И в этом ролике мы прокатимся по карте Чугуев на микроавтобусе Mercedes Sprinter 312D с колхозом под названием Хурма. Сегодня у нас, друзья, самый-самый ранний утренний рейс 470-й маршрут Старопокровка-Харьков. Сейчас мы с вами будем смотреть наш автобус, запускать его и стартовать. Собственно говоря, почему, собственно, хурма? Да потому что он оранжевый, но есть и другие цвета. В общем, сейчас я вам все продемонстрирую. Сзади у нас имеется... Слишком темно, ребят, сори, если что-то вдруг не видно. Так, ставим. Таблички также вот здесь будут лежать. Вот. Вот эти таблички я сделал их сам в фотошопе. Взял просто с другого мода на таблички для Харькова и для Чугуева, то есть, и перенес их сюда, в общем, на этот автобус. Мухобойничек у нас ставится. Дальше весь основной колхоз у нас идет уже в салоне, то есть его надо брать и ставить и смотреть с внешки. Ну, вот такой вот он очень яркий, если днем, он прям очень яркий. Вот утром, ночью еще более-менее что-то, да. Ну что ж, давайте зайдем в салон, посмотрим, что у нас там есть внутри. Итак, мы в салоне. Закрываем и давайте запускать нашего коника. Так, сразу включим свет. И включим печь. Пусть печь наваливает. Отопитель, по-моему, здесь херово работает. Но попробуем как-то выставить это дело. Может, вот так надо. На стекло тоже пусть дует, короче говоря. Так вот. Чем меня этот колхоз вообще привлек? Тем, что у нас есть различный колхоз, который у нас ставится и на руль оплетка, и коврики. В общем, сейчас я вам все продемонстрирую. Так, вид у нас из пассажирского салона. Ставим все, что у нас здесь есть. Все поставили. Закрываем, возвращаемся за руль. Итак, оплеточка. Кто помнит мои алды, так сказать, кто помнит мои старые-старые стримы, там, где мы на КамАЗе катались, короче, в Евротраке, там вот была вот эта оплетка, это, по-моему, еще там на версии 1.23 там был КамАЗ. В общем, алды помнят, да? Ковричек оранжевый. Короче, вот это, по-моему, было и в дефолтном варианте. Это все тоже так... Таймер поставим, чтобы нам смотреть, когда отправляться. Но в 5.50 отправляться. Вот, мелочница. Собственно говоря, дальше. Что еще по тюнингу у нас добавилось? С внешней стороны. Добавились вот эти вот уголочки, да? Уголочки на стекла, да? Они как бы, если там выбирать цвет другой, допустим, зеленый-синий, они тоже у вас будут меняться. Но на крайняк можно... Интернете и зарисовать как хочешь, хоть розовые сделать уголочки и краску. Но я выбрал оранжевый, потому что он на странице с модом был оранжевый. И, по-моему, в других цветах вот эти наклейки я не замечал. Рейсинг. Ну, мы же рейсинг сегодня, да? Литосы также добавляются. Скрин-камера добавилась. Дальше. Дневные ходовые огни. Вот они. Давайте включим, продемонстрирую я вам. Вот так они светят. Довольно прикольно. Давайте включим уж фары, пусть горят. Все остальное у нас уже идет в салоне. Итак, пассажирский салон. Ну, он как и в реале здесь сделан. Я думаю, большинство людей, кто меня смотрит, катались на этих спринтерах. Давайте как-то шторочки позакрываем. Так, как будто у нас кто-то тут ездил, да? Так, давай включим свет, да, чтобы было видно хоть что-то. Свет такой тускловатый, конечно.
Но в реале, по-моему, он тоже не особо-то и яркий. Даже видел, как бы водилы делают вот сюда диодную ленту, да, и, короче, на потолок. Люки у нас все работают. Ну, короче, все у нас здесь функционирует как надо. Дверь автоматическая. Ну, выглядит солидно, согласитесь. Прям красиво. Значок Мерседеса сзади, да. Полочки у нас есть. По-моему, они с колхозом идут с этим. Обивочка потолка. В общем, прям элитный такой автобус. Сегодня мы прямо вообще со Старопокровки элиту повезем, ей-богу. А это что такое у нас здесь? А это что такое, кстати, ребята, вы знаете, что это такое? Я просто не замечал, первый раз вижу. А, это ручник, все понятно. А, к сожалению, у нас ничего не огораживает от пассажиров почему-то. Хотя, частенько бывает, что здесь какая-нибудь штора-то висит, а здесь что-то нету. Ну да ладно, бог с ним. Собственно говоря, вот такой у нас получится ранний рейсик на вот таком красавце. Ну что ж, что мне еще здесь нравится вообще в этом автобусе, что у него плохо видно, да, но у него здесь как не тонировка, а наклейка такая, очень реалистично смотрится. Но это на днем смотреть, я вот что-то решил утром рано сегодня прокатиться, прям рано-рано вообще. Практически, ну, самый первый рейс у нас получается, да. Также тут маффон можно включить, можно даже, наверное, музыку свою добавить, но я не буду добавлять, потому что я могу и так наложить сам, если что. Так, друзья, я перемотал время, поэтому я предлагаю нам с вами уже стартовать. Я предлагаю нам с вами уже отправляться потихонечку, действительно, сколько можно ждать. Первая передача. Давайте подкатывать. Да, шумит, конечно, печка, будь здоров. Дверь со звуком, все как надо. Так, карточками все оплачу. Вот, дали нам мелочь. Так, здесь, блин, теперь надо вспоминать. За 8 гривен билет, по-моему, вот этот у нас. Правильно, правильно. Так, и сдачу даем. Ага, есть такое дело. Вот на такой оплате, блин, я согласен сидеть. Это вообще удобственно. Блин, вернись. Так, за 4, по-моему, вот этот, нет, вот этот. Ага, пожалуйста. Сдачу-то что, даем, нет? О, не жаловаться. За 3 гривны продайте билетик. За 3, да хоть за 5, держи. Так. Тут билеты сегодня будут давать. А я тебе дал, что тебе не нравится? Забирай. Не, и не стани давай, все. Так, что-то быстро у нас все заземлились. Ладненько, ждем еще 2 минуты. Ну, в принципе, господа, время мы выждали. Никто уж, наверное, не подойдет за 50 секунд, там 70 секунд. Да, поэтому можно, в принципе, и отправляться в путь. Подсказка включена. Водителя потише ехать можно? Я даже тронуться не успел, вы уже бормочете там что-то. Вообще радуетесь, блин, что я вообще еду. Так. Здесь надо вот так сделать. Че, у нас здесь налево, другого выбора нету. Сразу на вторую. Будет скользко сегодня, будет жестко достаточно. Поэтому здесь надо быть крайне аккуратным. Так, где у меня здесь дальняк? А, еще видишь, спойлеры на дворнике появились, но они синие, что-то не в цвет. Так, вот у меня дальний. Стекло помыли и поехали. Торопиться я не рекомендую сейчас. Ну, мне, по крайней мере, потому что темно. Ям много. Есть резкие повороты, которые не видно ввиду темноты. Здесь у нас такой мостик с ямами. Ну, мы сейчас аккуратненько досвали, блин, курсор вонючий. Третья. Я думаю, свет можно выключить. Пусть они там спят, короче говоря. Время-то раннее все-таки. Ну, где-то вот 60 я и буду ползти там, потому что есть резкий поворот. И ввиду гололеда есть риск улететь. Резина у нас тут вообще не ахти. Этот автобус боком летает, чтобы будь здоров, короче. Можно
исполнять. Но исполнять надо в других играх, правильно, правильно. У меня уже был видосик на этом, точнее не на этом, на похожем спринтере. Да, это по сути тот же самый мод, просто там был переделанный. По карте Ниса мы катались, в общем, можете найти на канале этот видосик. Обновление мы смотрели, прошлое обновление карты Ниса. Вот, а сейчас что-то меня затянуло на Чугуев. Прям давненько не было. Последнее, что у нас было, по-моему, Богдан мы смотрели, но это было полгода назад уже. Вот, как бы. Так что российские карты тоже есть и будут есть. И по автобусам что-то в последнее время на немцев тянет прям. Хочется мерседесы какие-то поездить. Трафика нету, все еще спят. Да и тут деревня такая. Вообще обычно этот маршрут, тут обычно стартуешь с Новопокровки, но вот у меня как первый самый, у нас со Старопокровки. Не знаю почему так, не спрашивайте, я вам не подскажу. Так, здесь у нас яма, притормаживаем. Водила, мы тут не на ралли така. Какое ралли? Ты видишь, я вообще ползу как черепаха, блин. Есть в этом своя атмосфера, согласись. Темно, так все спят, а мы уже на рейсе, блин. Пытаемся прогреть автобус, он ни хрена не греется. Дырявый, наверное, весь стал. Старым спринтер был уже. Заводы проезжаем. Вот и трафик поехал. Так, ну паровозы, по-моему, ни хрена не ходят. И вот здесь у нас народу вообще до срани. Проедем мы с вами как по пересеченной такой местности, так и по трассе, так и немножечко по Харькову, по городу, по самому мы прокатимся. Мне билет за 10. Ох, дружище. Так, как-то я делал свет, чтобы у меня он включался, когда я открываю дверь. Так, за 10 это последний, держи. Водить. Да, чрезмерно холодно, ну, блин, народ, что я могу сделать? Что-то не греется машина. Какая-то печка беспонтовая, надо, наверное, какой-то патч искать. По-моему, кстати, был патч, ведь. Просто, видать, я не поставил. Спасибо. Потому что я этот мод несколько раз удалял. Я, видимо, просто забыл патч. Да бляха. Вернись. Просто забыл патч, по всей видимости, а накинуть. Дайте. Да подожди ты. 5 минут целых у вас есть. Что вы торопитесь? Ебу. Дякую вам. Что вы? Действительно. Да куда, господи? Бляха, как это бесит хрень, а? Не знаешь, как нажать правильно. Зачем его вообще снимать? Ну что, кому-то мешает, что ли, блин? Вообще, блин, поставили бы его, чтобы он всегда стоял. Билеты дайте. Как он правильно называется? Так, господи. Короче, касса. Да куда, господи? Стоит только промахнуться, блин. У меня еще трекер. Поэтому... Билеты дайте. Да не ори ты. На. Держи. Господи, какие они нетерпеливые-то все. Да бляха, заколебал. Собака, все, не буду нахер я им пользоваться. Пошел он в жопу. Дичь полная, нахер. Так оплачу. Спасибо. Блин, народу капец здесь вообще. Ну давай, давай, все-таки попробуем. Чего? Раз уж на то пошло. Будем аккуратно. За 6 гривен, да, это у вас кабинет? В принципе, в реале они вот как раз с этими и ходят. Как они? Терминал, это ж называется, да? Терминал. Прям водилы сами оплачивают. Ну, я на спринтерах поездил уже, конечно. Достаточно много. Правда, поновее модельки, не вот эти старенькие. Там такие фары немножко другие. Так, ну чё, времени еще до хрена, придется мотать. Никто не подошел. Поэтому... Так, выключится свет или нет? Да, во, наконец-то.
Водитель, подпиши их от мужа. Под горку надо разгоняться, не ворчать. Конечно, вжаривать на нем можно, будь здоров, но, блин, я на зиме, честно вам сказать, побаиваюсь, потому что его реально одно неловкое движение его несет уже. Где мой шлем? Шлем? Да что ж так неаккуратно водите? Да замолчать вам! Высажу всех нахер, вам в гараж вас. Так, у нас здесь освещается немножко. Отлично. Надо будет его летом как-то взять. Мне кажется, можно вжарить. Так, соблюдаем знаки. Мотор урчит. Не, кайфово, кайфово звучит мотор. Да что ж так неаккуратно водите? Да пошла ты в жопу. Да водит, что ж так водит, неаккуратно водит. Водите? Поднимаемся, поднимаемся. Здесь у нас хотят выйти. Не врезаться там. Да водит, что ж так неаккуратно не водите? Вышли отсюда все нахер. Кто возникает там. Так, нам с вами как бы главное... Да бляха. Держи там. Пожалуйста, билет. Нам с вами главное, значит, выехать за третий совхоз. И там уже мы сможем с вами просто топить по трассе. Там уже, блин, не соблюдать график можно. Можно спокойно лететь себе. Что там у нас остается последняя остановка. Ну, в пределах разумного, само собой, под 200 не будем уж летать. Вот, в принципе, без вот этой оплетки меня вообще не привлекал этот автобус. Как какие-то у него текстурки достаточно топорные. Ну, в темноте, конечно, этого не видно, но я думаю, все этот автобус, микроавтобус знают, он уже давно на сайтах с модами гуляет. Вот, и как бы... Ждал я все, ждал, когда же уже кто-нибудь сделает нормальный колхоз качественный, потому что сам я делать этого не умею. Вот. И вот этот колхоз мне повстречался, не обязательно здесь, чтобы все было оранжевое, можно любой цвет абсолютно. Опять все легко. Справиться. Ну и на выбор тоже есть. Так что, блин, реально авторам большое спасибо. Опасненько здесь двигаться на самом деле. Все белое, все серое, все темно кругом. Короче, поля заснеженные тут. Небо еще звезды на небе, блин. Опасненько, короче говоря. Никакой навигации у нас тут нету. О, коллеги. Неоплан какой-то пролетел. Блин, я помню, на этой карте есть какой-то маршрут. Заводской, короче, от завода людей возить. Надо будет попробовать на каком-нибудь автобусе это дело применить.
выбрать какой-то автобус интересный. Такой, чтоб одна дверь там была, да. Табличку там сделать, все дела, короче, и прокатиться по такому маршруту. Мне кажется, будет интересно. Вот как-то обычно как там смена-то? Ну, автобус обычно ходит утро, там днем часа 4 там, да, где-то там. И как бы после 12, по-моему, как-то так вот. Короче, можно будет сделать ночной маршрут. Короче, пишите в комменты. Надо, не надо, можно будет сделать. Ознакомиться со всем с этим. Вот я сегодня, честно говоря, в Сомсе промучился 30 минут. Потому что у меня то одно что-то не работает, то другое что-то не работает, тут дрова на руль слетели. Короче говоря, проблема на проблеме. От этого это все меня начинает подбешивать. И поэтому, блин, ролики тоже выходят редко. По этим же причинам. Омси такая игрушка, конечно, говененькая в этом плане. Ну вот, уже какие-то кусты пошли, уже как-то, да, стало повеселее немножко. А так реально можно и заснуть нахер. Мы за собой пробку, походу, собрали, но мы, в принципе, не медлим, мы так-то летим, уверен. Вот он, третий совхоз. Там нас уже ждут, но никто не выходит. Где люди? А, мы полные. Мы полные, все. Мы полные. Ну, сори, ребят, ждите другой автобус. Вот, он просто набирает уверенность. Сейчас тапок я зажал в пол. Четвертая. Все, мы уже больше сотки летим. Сейчас, в принципе, нам доехать до трассы, там можно вжаривать. Но в меру, повторюсь, в меру. Сейчас нам, в принципе, до Харькова. Бляха, вот я же вам говорю, в меру. Еще видишь, Омси прогружает все. Так, и мне здесь куда? Оу, а, прямо вроде, да? По-моему, мне здесь прямо. Фига себе, Таврия, что ли? Обалдеть. А, ну да, в Украине же еще ездят старые машины всякие. Копеечки, там, троечки. Так, здесь я ухожу налево. Вроде как чисто все. Выезжаем. Высаживать никого не надо. Ну и сейчас начнется эпопея с трафиком. Тупизм трафика и так далее. Но я думаю, мы с вами сейчас все это дело преодолеем как надо. Пассажиры заткнулись, видать, заснули там нахер уже. Укачало. Так, ну че, аж могу здесь вот так типа сделать, да?
Минус 3 градуса вроде, да? Кстати, автобус вообще не греется. Абсолютно никак. Шуму до хера, а не греет. Поэтому можно выключить. Но у меня тут некуда сажать, сорян. Да и в принципе это не наша остановка, мы здесь можем не останавливать. Мы вообще типа как экспресс, что ли, типа того. Короче, можем выжаривать только в путь. Давай, давай, перестраивайся, давай. Чё ты мутишь-то? Давай. Давай, 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 кошак. Блять, тебя хер поймешь, придурка. То влево, то вправо. Кстати, пацаны, у кого лагает Чугуев? Ставьте настройки Чугуева. Настройки игры Чугуев релиз, там так и написано. Или просто Чугуев. Вот их ставите, и не так сильно будет лагать. Но если пека древняя, то там уже без фон. Просто забудьте про эту игру и все. Остановиться надо, а раньше-то никак было. Сейчас уже все, не остановимся, бляха. Все, выходите здесь. Раньше надо предупреждать, у меня тормозной путь-то. А, ну и чё, уже никто не хочет выходить. Значит, на следующий. Заправляться нам не стоит. У нас типа полный бак. Никогда не заправлял автобус, кстати, вовсе. Вообще, я даже не знаю, как это делается. Ты смотри, как нам везет, а? Они как бы не сглазить. Целая правая полоса свободная для нас. Это прямо редкость, честно вам скажу, редкость. Так, где-то уже, наверное, сейчас к Харькову будем подъезжать. Где-то уже тут должен еще быть пост. Там досмотр или что-то такое. Так, Рогань, нет, еще рано. И вообще так нам еще ехать и ехать. На самом-то деле. Вообще, конечно, по вместимости, да, автобус не совсем на этот маршрут подходит, сюда бы что-нибудь другое, что-то такое вот надо, я считаю, надо что-то современное. Ну, можно и Карус на крайняк. Что такое, да, более вместимое, потому что эта маршрутка вообще тут не годится. Как видели, да, мы не всех пассажиров смогли даже взять. Речка Рогань, пролетаем. Ну, шум этот, конечно, дорожный, это жесть. Вот и пробочка у нас поперла. Но будем толкаться.
По обочине здесь, к сожалению, не обойти. Ну и чё вот мы тормозим, а? Капец, какие жесткие пролаги просто, а? Короче, будем играть в шашечки. Здесь надо наглеть, потому что трафик тупой, блин. Надо наглеть по-жесткому просто. Так, и что, у нас здесь уже одна полоса, что ли, пошла? Да нет, все-таки две, мне кажется. Ну вот, пробочку объехали. Расцвело буквально вообще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Смотрите, когда деревья, да, повеселее, поживее, все это смотрится так куда интереснее, чем просто поля пустые, да? Короче, блин, назову видос «Шашечки по-украински». Или как-то так. Ай, бляха, ну ты бы остановился просто уже и стоял. Чё ехать-то, блядь? Чё ползти-то? Встал и стой. О, Харьков. Добро пожаловать в Харьков. Так, вот где-то здесь уже и пост будет сейчас. У нас что-то товарищ вообще на аварийке, походу, стоит. Ой-ой-ой-ой, тихо, не заглохнуть бы так сильно. Все, здесь уже надо ползти, по-моему. Хотя, почему бы и вправо нам сейчас не поехать, все-таки. Ни хрена здесь не одна полоса, а две. Просто я все жду этот пост. О, трафик начинает заезжать, вот это прикол. Жду все, где этот пост, потому что там-то только... В одну полосу можно проехать. Так, это у нас не наша остановка случайно, а? Нет, это Друбецкий Яр. Вот он, пост. Бляха! Нормально, нормально. Все, забудем. Вот мы, собственно, и в Харькове. А теперь надо вспомнить, куда ехать. Да, по-моему, все прямо идет в вокзал будет слева. Вот и все. Вот и вся любовь здесь на самом деле. Через то, что зима, снег везде, ничего не понятно. Где какая полоса? Короче, хаос какой-то, и людей так мало. Смотри, мы даже опаздываем, прикинь. Я думал, мы приедем рано. А здесь все до нас рассчитано уже. О, вот они, новостроечки. Так, мы никому не мешаем там, да? Микрорайон Солнечный. Мы, может, вообще остановку, кстати, проехали, а? Да нет, это уже Харьков высота, это уже высадка, это уже вокзал. А дальше отстой. Все так, по-моему. Блин, я что-то даже не проникался вот этой атмосферой города вот этого. Никогда.
Тут, оказывается, все так это самое, блин. Все так прикольно сделано. Тихо. Давайте там просыпайтесь потихоньку в городе уже все-таки. Блин, а мне нравится сегодняшний рейс. Хоть и пассажиры погундели в начале, но они успокоились. Рано. Обычно утром все тихие, спокойные, все молчат, все не проснулись, а тут что-то все шумят, орут, да? Как-то странно. Без массы, главное, все. В общем, ребята, предлагайте ваши автобусы, карты, где, на чем и как можно покататься. По мере возможности и желания я исполняю ваши желания, да. Так что предлагайте что-нибудь. Можете мне прямо автобусы прям в личку кидать. Можно в Инстаграм, в Директ, кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Вот на группу ВК, короче, связаться со мной можно где угодно. В Фейсбуке есть, я есть и в Твиттере. Короче говоря, наводите движуху, актив везде, где только можно. Не жалейте, блин, своих подписок. Вот у нас, собственно, и Харьков. Харьковский вокзал. Здесь мы сейчас будем уходить налево. Ну, тут уже что-то я припоминаю. Так, здесь мы налево, да. А все-таки интереснее стартовать не с вокзала. Я обычно все с вокзала стартую. А вот интереснее стартовать прямо до вокзала ехать. Откуда-то из какой-то деревни. И ехать до вокзала. Так как-то интереснее получается. Ну, лично по мне так. Так, и тут мы ищем высадку. Ну, высадить-то можно где хочешь, на самом деле. Ну, вообще, по идее, вот наша высадка. До свидания. Вот такой вот у нас получился с вами сегодня видосик. Автобус мы с вами запачкали, зафаршмачили конкретно хурму. Блин, всю замазали. В общем, мне лично этот колхоз нравится, потому что, ну, оплеточка есть. Все, короче, по салону, все интересно. Что-то тетка, что-то народ не хочет, короче, выходить. По всей видимости, нам, кстати, вообще не засчитали, что мы доехали к 100. Во, прикол. Но, по сути, это давит все правильно. В общем говоря, ребята... С вас лайк, с вас комментарий. Кто досмотрел до конца, прям так и пишите. Досмотрел до конца. Всем большое спасибо за просмотр. Всем огромнейшей удачи. Всем счастливо и покеда.